Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Певица Лариса Долина Горько высказалась о произошедшем. Народная артистка РФ Лариса Долина в своем блоге в социальной сети разместила пост, в котором выразила свои мысли по поводу случившегося. Потрясенная трагедией, Долина выступила с эмоциональным заявлением. Певица написала и о горьком сожалении, и о счастье, которое ей довелось пережить. «Спасибо, что выбирали меня, спасибо, что давали возможность становиться частью знаковых и золотых кинофильмов», написала артистка в своем блоге. При этом сквозь строки восхищения проступила горечь потери. Ушел из жизни автор Золотого музыкального фонда советских мультфильмов и кинофильмов. Мастер и великий музыкант, так назвала Геннадия Игоревича Гладкова Лариса Долина. Народный артист Российской Федерации сотрудничал с театрами, писал музыку к спектаклям, сотрудничал со многими поэтами. В его творческой биографии также значится создание балетов, мюзиклов, опер. Наиболее известно творчество композитора по советским фильмам и мультфильмам. Его талант причастен к таким бессмертным киношедеврам, как «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Джентльмены удачи» и другие. Также Гладков написал музыку к любимым всеми мультипликационным фильмам «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты». Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!